Всем доброго времени суток, с вами Озер, и сегодня мы сыграем решающий финальный матч против Реал Мадрида, чтобы получить Серегу Рамоса в компании Испании. Серега Рамос будет с рейтингом 97. Обязательно поставьте 20 лайков к этому видео, и видео выйдет через 3 дня, а не через целую неделю. Погнали! Суарес прорывается по центру поля! Вау! 360 градусов! Давай, Суарес, прямо по центру поля! И удар! Ах, угловой! Ладно, угловой. Марио Гаспар навешивает в центр штрафной и Рабиота! Гол 1-0, все, мы ведем в счете, это супер! И вот кросс передает мяч Криштиану Роналду по флангу прорывается, здесь он не даст пас на Бензиму, Бензима с мячом, только не простреливай! Бэл! 1-1. Ладно, всего 10-я минута матча, надеюсь, мы отыграемся, ведь есть еще время. И вот Акоста, он прорывается с центра поля с мячом. Нет, я не дам пас Суарезу, пускай лучше Акоста сам реализует момент. И Акоста делает удар, и на самом деле очень красивый гол, прям супер. Мы ведем в счете 2-1. Вот опять с мячом кросс, он опять также передал Роналду. И, блин, опять Бензима. И будет Бэл. Ах, ладно, Бензима сам завершил. 2-2 счет. Будет серия пенальти, в которой, я надеюсь, я выиграю. И давайте, первый удар сделает Суарес, и я сделаю его в правый угол, и мы открываем счет 1-0, мы ведем в счете офигенно. Роналду делает удар, ах, ладно, 1-1, нормально. Акоста, левый угол, 2-1, супер. Бензима, 2-2 счет, ладно. Нейнгалан, правый угол, 3-2, мы ведем. Бейл, ох, мы отбили Бейла, офигенно. Петит в левый угол, надеюсь, забьем, и да, мы ведем в счете. Кросс, ах, и решающий удар, Трауре. Мы выиграли, это офигенно, мы выиграли финал с Реал Мадридом и получили Серегу Рамоса. Сейчас мы перейдем к самому Сереге Рамосу и получим его. И вот он, наш Серега Рамос. Сейчас мы откроем пакетик и насладимся той самой карточкой того самого прикольного, самого лучшего испанского центрального защитника, которого я знаю. Трофей Испании мы получили, и вот та самая карточка Сереги Рамоса. А это уже у нас третья карточка, то есть... У нас Серега Рамос, Акоста и Буфон. И давайте сейчас поставим того самого Серегу Рамоса на центрального защитника и посмотрим наш сексапильный состав с рейтингом 95, скорее всего. И вот Серега Рамос встает на центрального защитника. Возвращаемся в меню. И обязательно за это составим, бро, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Все, всем пока, бро!